Віктор, непроста вийшла гра. На ваш розсуд, що стало ключовим аргументом, що дозволило перемогти? Спасибо за вопрос. Ну, действительно, игра была тяжелая. Мы знали, против какого соперника мы будем играть. И не хотелось идти в такой жесткий прессинг, потому что у них достаточно хорошо играют вратари ногами. И плюс техничные игроки, нам бы было тяжело. То есть мы выбрали сегодня тактику больше играть от обороны и ловить на контратаках. Ну и при моментах идти в прессинг. Запорукой победы стало то, что ну, команда каждую игру настраивается. Получается, не получается, но каждую игру мы настраиваемся на победу. Вот. Для нас это сейчас важно. Важно для того, чтобы мы поддерживали этот дух в команде. Вот. Ну и не заканчивали серию выигрышную во всех турнирах. То есть для нас важно. Скажи, будь ласка, факт того, что наставник Трансбуду Олег Шуст відбував дискваліфікацію на трибунах, вам допоміг? Ну, я думаю, что в команде Трансбуд достаточно игроков, там, если взять по личным, да, то половина там работает тренерами. То есть, ну, понятно, что всегда тяжело, когда нету главного человека, который руководит этим всем, но у них достаточно много игроков, которые могли бы внести какие-то коррективы вот, в результаты их игры. Дякую.